Всем здорово, я снова на проекте Grand RP. Как видите, тут выпал снежок. Короче, сегодня я буду проверять Battle Pass осенний, все еще осенний. Сейчас немного, чуть попозже, короче, вернусь к Battle Pass. Я хочу проверить, что мне будет из него выпадать. Разумеется, уровни я буду именно покупать. Куплю, скорее всего, уровней по ходу около 300. А сколько тут вообще? Тут 500 уровней. Вот, и посмотрю вообще, что с этого Battle Pass выпадет. И посмотрю, смогу ли я окупиться. Это, конечно, вряд ли, если я абсолютно все уровни куплю за донат. Тут, мне кажется, будет невероятно сложно окупиться. Максимум, я не знаю, там вам, типа, скоро закончится Battle Pass. Вам не хватает 5 уровней до кейса с машиной. Вы отыграли 5 часов, получили 500 доната. И таким образом открыли этот кейс с машиной. Окупились, не окупились, там уж... Все зависит от рандома. Но я думаю, 300 уровней вот так вот просто никто бы не стал покупать, кроме меня. Ну, потому что эти деньги мне выдали админы. Короче, я снова на Grand RP. Переходите по первой ссылке, регистрируйтесь тут, заходите на проект, вводите мой промокод для того, чтобы комфортно начать тут играть. Сейчас зимний боевой пропуск, но уже скоро. Я тут написал разрабу, то что, блин, что-то я так поиграл, один видос запилил, мне так понравилось. Поэтому я сказал то, что я точно перехожу к вам играть на постоянку. Буду играть сейчас на двух серверах, нон-стоп. И мне сказали, это хорошие новости, для тебя есть тоже хорошие новости. Прям очень-очень-очень скоро обнова. Вот снег пока что добавили. Я не могу спойлерить вам, сказать, когда точно обнова, но, короче, она очень скоро. Именно поэтому я и хочу проверить сейчас осенний Battle Pass. Давайте, что сделаем? 300 уровней, тогда я заебусь открывать, если честно, это все. Но мне выдали 30 тысяч доната. Давайте сразу интересный тест. Магазин, покупка виртов. Если бы я хотел, например, купить себе верты на 30 тысяч доната, это получилось бы 6,5 миллионов, ну чуть больше, 6,6 миллионов это бы получилось. То есть за эти 300 уровней мне должно выпадать тачек как раз таки на 6,6 миллиона. Возможно это или нет, сейчас узнаем. Ну спойлер, кстати, скорее всего возможно, потому что это сколько? Это 12, если я правильно посчитал, это 12 кейсов с тачками. И по-любому хотя бы одна тачка мне выпадет, которую можно будет как раз таки миллионов за 6 продать. Предлагаю встать, короче, спрятаться куда-нибудь вот сюда, чтоб нам никто не мешал. И давайте зайдем в Battle Pass и будем по очереди открывать все кейсы. Да, увы, тут нужно открывать по очереди. Я не могу каждые 25 уровней просто проходить и открывать кейсики. Тут есть яхта, тут есть Ferrari 812, тут есть Ferrari, не помню как называется, тут ламбы. Ну слушайте, что-то мне по-любому должно будет выпасть в итоге крутого с этого кейсика. Ну и разумеется деньги. Сколько денег мне дали, я даже не знаю, не обратил внимания. 10 тысяч мне дали за один уровень денег. Не то чтобы много. Да, смысл-то в чем, кстати, этого Battle Pass? То, что его в принципе легко прокачивать. Если вы просто играете, если вы как раз таки выполняете эти квесты, то Battle Pass прокачивается очень легко. И мне кажется, тут есть куча людей, которые прокачали все 500 уровней. Но я вот решил таким вот образом. Ой, еще так долго кейсики открываются. От кейса за донат, кстати, очень быстро открываются эти кейсы. Что-то я тут походу очень надолго. Сколько стоят эти маски, вообще нужны они или нет? Я, если честно, вообще не знаю, но пусть будут. Кейс садовода. Кстати, тут клубничку добавили, я даже про нее не знал, не знаю, сколько она стоит. Но, в принципе, тут все стоит примерно одинаковых денег. Грандпоинты, донат. Сколько мне доната дали, что-то я не пострел ни на грандпоинты, ни на донат. Ну ладно, потом это зачекаем, окей. Прайм один день. Не, я говорю, Battle Pass это прям очень приятная херня. Аксессуары эти сколько стоить будут, я, если честно, тоже не знаю. Давайте зайдем в Grand RP. Что мне там выпало? Хуй его знает. Наушники, окей. Вот, я нашел примерно актуальные цены. Семена тыквы, кстати, 2,5к за штуку. То есть мне сейчас выпало на 25 косарей только семян тыкв. Семена ананаса 3,5к. А вот что-то семена этой клубники или что там, что-то я найти не могу. Как будто она не пользуется популярностью вообще. Ну да, с одного этого кейса мы получаем сразу 25 тысяч. Тоже приятно. Очки Battle Pass. Это, я так понял, уровень новый. Кейс шахтера. Сейчас посмотрим, что у нас тут повыпадает. Сейчас тут что выпадет, то и посмотрим, сколько это все-таки стоит. Жемчужина, кстати. Лол. А, жемчужины как раз-таки скупщику продаются. Жемчуг 534 доллара.
А выпало нам их опять, я так понимаю, штук 10. Сейчас посмотрим. А, они ж на почту приходят, точняк. Я-то тут ничего сейчас не посмотрю. Кейс с одеждой. Тут есть неонки. У них цена просто ебанутая. Насколько я знаю на сервере. Сколько эта шмотка стоит, ценится она или нет, я не представляю. Худи Grand RP Collection. Окей, маски опять, которые нахуй не нужны. Пойду еще чат скупщиков почитаю, посмотрю, что тут есть еще. Кейс рыбака по-любому будет, тут есть лосось, но кейс рыбака, наверное, не интересно. Мне кажется, самый все-таки интересный кейс — это кейс с тачками, либо вот кейс садовода. Потому что тут вам абсолютно, абсолютно по-любому выпадет косарей 25-30. Так, у меня забагалось вообще все. У меня показано то, что рулетка запущена. А, во, все нормально. Опять маски. Масок этих просто пиздец. Тут, слушайте, столько активности в этом чате. Даже можно попробовать примерно понять, что все-таки делать нужно на сервере, чтобы зарабатывать деньги. Очень много продают оружие. Но медь неинтересна, медь очень дешевая. Прайм еще на день. Левел ап. Это левел ап аккаунт, окей, с аксессуарами, окей, неинтересно. Да, короче, оружие и патроны тут прям слишком много продается. Вот, первый кейс с машинами, давайте посмотрим. Надо было, кстати, приехать сразу же на парковку, чтобы заспавнить эту тачку, которая выпадет, посмотреть ее на цену, потому что я даже примерно не представляю, сколько стоит эта бэха тройка. Поехали на парковку, окей. А, слушайте, так я на парковке, вот это тайминги. Блять, у меня бенз, у меня бенз на тачке закончился, но мне похуй, я ж на парковке. Опять же, тайминги. Купить место, BMW троечка на один день, потому что я еще много тачек тут затыщу сегодня. 500к, сразу же, кстати, нет, я ее оставлю, я ее затюню, посмотрим, как она тут ехать будет. Окей, пошлите дальше развлекаться с Battle Pass'ом. Кейс с одеждой. Там, кстати, я видел, тапочки Gucci продают за 600к. Продам тапочки Gucci. Ну, не знаю, какие это именно тапочки. Опять, слушайте, Grand RP Collection шмотка выпала. Тут какая-то Bugatti за 40 миллионов продается. Да, слушайте, много чего я про этот сервер не знаю. Я даже не смотрю, если честно, чем мне открывается с этих, выпадает точнее с этих кейсиков. У меня багается вообще рулетка на кейсиках этих садоводческих, а остальные нормально крутятся. Рюкзак третьего левела за 50 дней входа 350к. Изики доп 3, цена 3,3к. Хуя себе тут цены. Патронов у чувака 100 тысяч, звучит удобно. Опять наушники выпали неинтересные. Да, вот кейс садовода у меня вообще не крутится, он единственный у меня забагался. Ебать, я уже столько сообщений прочитал, это все еще сегодняшние, которые были пару часов назад, охереть. Опа, кстати, 10 алмазов, ну-ка чат скупщиков. О, 15к, не, ну слушайте, тоже неплохо, тоже приятно выглядит, окей. Опять худи Grand RP, но видимо оно не сильно дорогое, потому что оно тут очень прям часто выпадает. Тут даже есть чуваки, которые скупают какие-то маски, но это видимо какие-то дорогие прикольные, хотя парочка из них у меня точно есть, я их запомнил. Вот эти вот, первая, третья и четвертая у меня по любасу есть. О, еще один кейс с тачками, давайте посмотрим. BMW, кстати, находится не в самом конце списка. Значит, те тачки... Ой, вот это что-то... А, ну это, наверное, тоже косарей 400 будет стоить, премьер. Мда. Окей. Блять, выбрал первое место, думал, оно ближе находится, оно оказалось, наоборот, самым дальним почти. Так, ну эту тачку точно можно сливать в ГОС. Она для меня в любом случае не интересна. А, ну да, понятно. Это вообще 35 тысяч. Слушайте, это, наверное, самая хуевая тачка, потому что даже с прошлого Battle Pass'а настолько отвратные слабые тачки, дешевые, мне еще ни разу не выпадали. Ну, еще 15к. Окей, приятно. Слушайте, да, если прям ты начинаешь играть, то тут столько много бонусов, я думаю, тут постоянно приятно будет играть. Но это мы еще скоро проверим. Кстати, я вижу то, что плотные маски сноубордиста по 100к стоят. Наверное, я погорячился все-таки то, что купил 300 уровней. Я, блядь, до завтра буду эти кейсы открывать. Кстати, да, я очень часто замечаю то, что тут продают тачки с дрифт-системой. И очень будет интересно посмотреть, как тут выглядит дрифт. Но я что-то, скорее всего, думаю то, что мне вообще не понравится. Металлолом X10. Про металлолом, кстати, тоже интересно. Я его тут раньше не видел. А тут его и не найти. Кейс с тачками. Но что-то я уже не верю в этот кейс. Тут что-то, походу, только немного автомобилей, которые позволили бы мне окупиться. Это еще одна BMW. 200к. Получается, если в ГОС ее сливать. Но слушайте, пока что у меня, знаете, вывод какой? Если все-таки вы получаете бесплатный донат или сами донатите на сервер, то лучше открывать реально те кейсы по косарю, потому что прошлый видос можете посмотреть, я там показывал, сколько мне тачек выпало. С 600, грубо говоря, косарей, и я поднял себе 10 миллионов. Это круто.
А здесь что-то прокачивать таким вот образом уровни, ну я хуй знаю. Кстати, тут падают не семена, а сами прям вот эти вот фрукты, овощи. И скорее всего, они-то стоят гораздо дешевле, и это уже не так профитно иметь их. Если бы это были семена, было бы, мне кажется, профитней. Алмазы, кстати. А, они ж нихера не... рубины, точнее, нихера не стоят. 150 за штуку. Так, кейс с тачками. Мне нужна либо яхта, либо фера, либо мерс, либо фера, либо ламба. Все остальное, я так понимаю, смысла вообще никакого не имеет. Ну, тем более премьер, сука, за 25к или сколько, 35, ну... Нет, что-то в этом Battle Pass, видимо, после прошлого много людей стали богатыми, и в этом Battle Pass тачки сделали просто приятными, но не прям профитными. Так, сейчас будет еще один кейсик с тачками. Ну, вот это, кстати, корыто, карета Ford Model T. Это должно быть что-то старое и, скорее всего, дорогое, типа раритетное. Сейчас узнаем. Блять, да я опять не угадал. Хотел опять как можно ближе к себе заспавнить. Сука, еще дальше получилось. Опа, 1,5 миллиона. Окей, 1,5 миллиона тоже поприятней. Не, ну если честно, как поприятней, так-то это нихуя как много. Особенно если учитывать то, что до этого уровня в принципе легко прокачать этот Battle Pass, то выглядит вообще неплохо. Так, а вот это уже интересненько. Отказаться от парковки. Кстати, мне еще М6 выпало. Давайте еще посмотрим, сколько у нас М6 стоит. Но сначала Porsche. Окей, Porsche. Так, вот какое место выбрать? Вот почти последнее. Пожалуйста, возле меня. О, ну хотя бы так. А, ну миллиончик, найс, миллиончик, это уже еще приятненько. Короче, мне выпал еще один Porsche, еще одна Бэха, и в итоге что-то я в говне. В общем, я, наверное, 5 миллионов долларов получил, если б я обменял донат. Короче, суть в том, то, что в прошлый раз за 3000 рублей случайно я получил 10 миллионов, а сейчас за 30 тысяч рублей я... получил 5 миллионов. Вот сейчас только яхта может спасти хоть как-то положение. Но, камон, алло, какая, блядь, яхта, вы сами-то? Ну, вот 35 тысяч еще долларов. Да, в этом боевом пропуске что-то как-то либо мне с тачками не повезло, либо хер его знает. А, ну вот, все. Квестики у меня закончились. Премьер, треха, 911, еще 911, М6. Давайте посмотрим, сколько М6 стоит. Ладно, наверное, на 7 дней покатаюсь на ней. Опять же, если вы просто прокачиваете боевой пропуск, то это ебать как приятно. А, лям, кстати, окей. И может быть, опять же, я говорю, вам впадлу качать последние 5 уровней, вы просто за 500 рублей доната, которые вам так просто дадут, можете уже, типа, взять и купить, грубо говоря, кейс с тачками, но так просто донатить на прокачку боевого пропуска нет смысла. Все-таки кейсы это прям имба 100%. И это, наверное, все, что я хотел в этом видосе проверить, посмотреть. Всех люблю, всем спасибо, то, что смотрели. Ждем обнову, обнова уже очень скоро. И все, всем пока.